Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Далеко не все люди понимают мощь и силу сетевого бизнеса. Некоторым представляется этот бизнес весьма хилым, слабым и несолидным. Некоторые люди думают, что это так, беготня по знакомым с баночкой. Некоторые люди, пребывая в гордости своей, значит, занимаясь каким-то делом, имея какой-то бизнес, который звучит красиво и солидно, типа ресторан, магазин, мастерские, гостиница и так далее, зарабатывают во много раз меньше, чем прилично работающий сетевик. Но перья, хвост и прочие оперения распускают так, как будто они представляют из себя что-то значимое. Я хочу вас приободрить и сказать вам, что сетевик умный, разворотливый, разбирающийся в сути вопроса и действующий энергично, гораздо более в лучшем положении, чем большинство предпринимателей традиционного типа. И пусть они думают, что хотят, пусть они корчат какую угодно рожу. Мы должны с вами понимать, какой у нас классный бизнес, какая сила таится в этой гениальной простоте и в этой силе дублицирования и геометрической прогрессии. И в этой силе качественного, эксклюзивного продукта, который мы продвигаем, используя его сами среди своего окружения. У нас потрясающий бизнес. И мы должны гордиться им, понимать все его положительные стороны и вести себя с позиции силы. Представьте себе, сейчас вот вам расскажу картинку. Представьте себе звенящая высота. Сияющие просторы небесного океана. Внизу горные вершины. Внизу где-то далеко-далеко горные вершины. И в этой тишине парит орел. Крутое, страшное дело. Гордый в своем величии. Вознесенный в своем сознании до выше всяких высот. И вот он там летит в гордом одиночестве. Наслаждаясь своим величием, парит, крылья разбросил и парит. И вдруг на правое крыло к нему раз, и шлепается воробей. Маленький, грязный, лохматый, непричесанный, маленький воробей. Взъерошенный весь такой. Располагается у него на правом крыле, ногу на ногу, и посиживает себе нахально, вот на этой огромной высоте. Посиживает, выбирает из себя какие-то перышки. Охреневший от удивления орел смотрит на него и не может глаз отвести от удивления. Он просто в шоке. А воробей даже не обращает на него внимания, сидит на крыле, как у себя, у него на крыле, как у себя дома. Потом ему надоедает этот взгляд вопросительный, и он поворачивается к орлу и говорит: ну чё, пялишься, за дорогой следи. Меня эта картинка очень впечатляет, я как представляю, олигархи там парят. Плевать нам на всяких олигархов. У нас супер свободный бизнес. Они даже не представляют, на что мы способны. Поверьте, не только моему опыту. Люди, которые в гордости своей думают, что они там владельцы какого-то бизнеса. Ой, у меня ресторан. Да я гостиницу имею. Да у меня станция техобслуживания. Да у меня два магазина.
Послушайте, большинство из них несчастные люди в долгах, в кредитах, и жизнь проводят вместе со своими бухгалтерами в беготне. А мы свободные люди. Свободные, мы можем парить и там, нам никто не запрещает. Сколько людей в сетевом бизнесе парят там в полной свободе, не имея никаких материальных ценностей, никаких средств производства, никакого персонала, никаких головных болей, связанных с обычным бизнесом. Друзья мои, у нас совершенно потрясающий бизнес. Надо просто разобраться в нем, полюбить, понять и научиться делать. И они еще все обалдеют от того, какие результаты можем достичь. Верьте в себя, верьте в свой бизнес, и у нас все получится. Удачи вам!